Дорогие друзья, я рад приветствовать вас со студии ТБН города Сиэтл. И сегодня давайте порассуждаем, что более ценно, рецепт успеху или личные отношения с Богом. Ведь точно так же, как многие вывели гипотезу о болезни, что свято чтущий заповедь человек болеть не должен, рано или поздно очень сильно разочаровывается, поскольку в действительности это убеждение не подтверждается их ожиданиями. Когда в жизни идет все гладко, они публично заявляют «Слава Богу», а сами про себя шепчут «Ну, конечно, а как иначе могло быть? Я сделал все, как положено, посещал систематические служения, принимал участие в благотворительных мероприятиях, читал Библию и исполнял другие всеми принятые церковные обязательства. А взамен за это Бог благословил меня во всех сферах моей жизни». Но вот когда же дела будут идти плохо? Дети непослушны, упадок здоровья, потеря работы, аварии и так далее и тому подобное. Тогда публично буду заявлять, Бог делает все во благо, я буду Ему доверять. А сам про себя буду ломать голову. Что же сделал я такого? За что мне это? Евангелие полно фактами, перед которыми разум становится в тупик. Недоумевает, даже раздражается. Не секрет, что человеку бы хотелось дойти своим умом до такой формулы, которая была бы ответом на все вопросы «почему?». И каждый раз, когда у вас проблема, вам тут же выписали бы формулу как рецепт, как это делает доктор. Вот, к примеру, у вас назрела проблема, ваш супруг или супруга равнодушно к вам относится, так как мебели в доме. Какую бы вы цену заплатили бы, если бы вам выписали бы такой рецепт, который гарантировал бы страстную любовь вашей половинки? Наверняка много. Ну да ладно, с нашими неудовлетворенными личными запросами. С этим еще как-то можно смириться, терпеть или привыкнуть. Ведь терпят же люди, не умирают от недостатка любви. Поэтому, может, вы бы и не раскошелились бы на такой рецепт, кто знает. А вот если бы у вас был любимый, единственный ребенок, заболевший раком, и вы не знали, и вы бы знали, что есть такой рецепт, который гарантирует вашему ребенку выздоровление, сколько бы вы за его заплатили? Я уверен, что нет такой матери на земле, которая, привязавшись к ребенку настолько, что ее душа вплелась в его душу, не отдала бы всего и своего состояния, и всю себя за его выздоровление. А теперь представьте, пастырь вам выписывает рецепт, ну, якобы рецепт. Нужно смириться, а для этого 7 дней поста, ну, так себе представляем. Последующие 7 систематическими молитвами. Церковь нужно пожертвовать. Те деньги, которые вы удержали у себя, как бы десятину неуплаченную. Ну, вот и все. И через 7 дней вы увидите чудо. И вот спустя 7 дней вы бы стали бы очевидцем сверхъестественного чуда. А ведь совсем неплохо, что я предложил, не так ли? Видите, мы согласны на многое преодолевать. Даже много больше того, что я просто рассказал. Лишь бы получить ожидаемое. Однако дело в том, что мы хотим не Бога, а рецепт. И если бы можно было бы так легко расшифровать разум Бога, мы давно уже в нем не нуждались бы. Просто без него обошлись, прибегая не к нему, а к рецепту. А на самом деле, если рецепт будет спасать, зачем тогда личные отношения с Богом? Итак, какой урок мы можем извлечь из этого? Иметь сомнения – это не страшно. Но чтобы найти выход из сложившейся ситуации, попросите, чтобы Он показал вам путь. Постройте отношения, но не игнорируйте им. Не ищите выхода с помощью такого рецепта, о чем мы с вами говорили. Не поворачивайтесь спиной к Нему в горьком сердце, и вы убедитесь в том, что когда Бог есть, тогда все хорошо. Благословения вам, друзья. До следующей встречи в эфире.